используя минимум времени, получить максимум. Карандаш и маркер – все, что вам понадобится. Ведь речь идет об онлайн-курсе «Креативный скетч» с Энтони Гиббоном. Максимум полезных действий мануальных. То есть смотрим, делаем. На самом деле курс очень интересный, сжатый, но вообще, мне кажется, мы успели за эти 3 дня сделать, наверное, все, что я, например, хотела, то я успела. Этот курс был разработан лондонской WK School, ведущим британским дизайнером интерьеров Энтони Гиббоном совместно с Еленой Лазаревой, специалистом по развитию креативности, преподавателем знаменитого британского колледжа Сент-Мартинс. Мне нравится, что и по-английски, и по-русски, потому что я как бы лично лучше помогаю по-английски разговариваю, чем по-русски. Я сама не ожидала такой эффект занятий не вживую, а через посредством коммуникации. Это очень интересно. Сейчас в нашей стране еще есть такое консервативное мышление, и многие еще очень ориентированы на 3D-конструкции, вот все эффекты такие компьютерные, а на Западе уже есть такой откат наоборот назад, и приветствуется такой стиль внесения, скажем, такой некой энергии самого дизайнера, вот авторской подачи, и это с точки зрения авторской подачи прекрасный курс, который развивает мышление студента, развивает его креативные способности, развивает его способности, вот, навыки очень быстро и эффективно, то есть немножко его раскрепощает. За анонсами следующих онлайн-курсов следите на сайте Международной школы дизайна.